Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Считаю. Раз, два, три. У нас имеется один вот такой блок. И посмотрите, какой же он все-таки радостный. Давайте мы вместе с вами его, конечно же, приумножим с помощью вот этого умножителя. И ничего себе, вы видели, друзья, какая у него огромная мордашка. Жалко, конечно, что приходится файтиться против различных персонажей, но видим то, что наш блок дошел, и он стал очень и очень даже высоким. Ничего себе, множитель x39 мы получили, и это, честно говоря, очень и очень даже круто. Ну а я приветствую всех в абсолютно новенькой игрушке под названием Blocks and Numbers. И что же, на втором уровне нас встречает вот такой огромный блок. Нужно, конечно же, друзья, его победить. Поэтому я выбираю множитель плюс 60. И ничего себе, вот это, конечно, огромная мордашка получается у нашего вот этого блока. Единственное, конечно, жалко то, что нам встречаются вот такие различные препятствия. Но зато мы, в принципе, с ними очень даже неплохо справляемся. Также на финалочку я умножил наши блоки на 4 и получаем вот такого длиннющего паренька. И интересно, до какого же множителя он дойдет? До множителя x35. Конечно, предыдущий раунд, по сути, был лучше. Но не отчаиваемся, значит, уровень 3 будет еще лучше. У нас тут сразу, друзья, плюс 60 блоков, замечательно. Сейчас тогда аккуратненько пройдем все вот тут эти невзгоды. И, конечно же, даем опять-таки плюс 60. Смотрите, какая у нас огромная мордашка. Это действительно очень и очень даже круто. Давайте тогда сейчас еще плюс 3 умножим. Ну и в итоге, мне кажется, или опять-таки у нас будет множитель около 35. Nope. Хотя, не, смотрите, друзья, x38. По сути, немножечко побили предыдущий рекорд, но единички не хватило до самого крутого рекорда. Ну ладно, окей, четвертый уровень впереди. Давайте тогда, конечно же, возьмем множитель плюс 30 и плюс 20. И, конечно же, просто все, что мы только что налутали, потратим на вот этих наших врагов. Блин, когда же у меня будет реально хорошая, ребятоньки, эволюция? Потому что что-то с каждым разом у меня все меньше и меньше мой радужный блок. Я думаю, это связано с тем, что у нас попадаются такие странные уровни. Ну ладно, будем надеяться, что пятый юбилейный уровень нам все-таки поможет. И у нас будет реально очень и очень даже крутая эволюция. Смотрите, 66 блоков имеется, супер, но, к сожалению, минус 53 блока мы, естественно, теряем благодаря тому чувачку. И о, ничего себе, смотрите, ребятоньки, теперь у меня 46 блоков, и мне кажется, это должен быть рекорд новый, потому что мы довольно-таки давно не получали таких, естественно, результатов. Ну и в итоге видим то, что да, у нас действительно новый рекорд, x45 множитель. Вот это совсем другое дело, друзья. И, кстати, вы заметили то, что тут у нас даже имеются вот такие кристаллы. Только единственное, я не пойму, куда их тратить, потому что у нас здесь нет магазина. Ну ладно, окей. Будем тогда, друзья, просто копить на всякий случай. Может быть, когда-нибудь они нам пригодятся. Ну а пока что видим то, что мы 25 блоков против 20. И, естественно, мы это все дело проиграли. Но главное то, что у нас, опять-таки, наш блок живой. У него очень радостное лицо. И это, ребятоньки, конечно, очень-очень даже радует. Смотрите, плюс у нас имеется 50 блоков в целом. То есть мы, опять-таки, побили предыдущий рекорд. И, по сути, мне кажется, или у нас будет, наверное, x50 множитель. А, смотрите, x49 получился, совсем чуть-чуть не дотянули. Ну ладно, хорошо, плюс 30 сразу же мы делаем здесь и плюс 20, друзья, здесь. Слушайте, это реально очень круто, и, кстати, у нас даже появились вот тут дополнительные блоки. Вот этого я, честно говоря, даже не ожидал. Ладно, окей, тогда сейчас аккуратненько проходим еще, друзья, вот эти невзгоды. И капец, минус 40 блоков мы только что, ребятки, получили. Вот это было очень обидно, потому что мы всего лишь x22 в итоге, ребятоньки, взяли. Скоро мы уже дойдем вместе с вами до 10-го юбилейного уровня, и я думаю, это будет действительно очень и очень даже круто. Ну и что же, плюс 40 я, конечно же, добавляю, и, естественно, начинаем, ребятоньки, смотреть, какой же множитель у нас будет. Наверное, множитель x39. Ну да, в принципе, так и получилось. Я заметил одну особенность. Сколько у нас блоков, столько же у нас будет, ребятоньки, и эволюция по множителю. Поэтому будем стараться делать множитель x100. Смотрите, у нас как раз-таки только что было 90 наших чувачков, но, к сожалению, мы получаем в конечном итоге всего лишь 36, и, по сути, у нас будет множитель x35. Так и получилось, и у нас множитель x35. Ну ладно, у нас уже 10-й юбилейный уровень, только стоп, погодите-ка, а куда у нас 9-й левел делся? Это, конечно, немножечко странно, но ладно, окей, у нас имеется 81 блок, но мы только что их все потеряли просто на одном дурацком чувачке. Блин, ну капец, всегда у нас в конце этих левелов какие-то подставы. Ну и в итоге 32 множителя у нас имеется.
Интересно, что же сейчас, друзья, у нас будет? По сути, уже 11 уровень. У нас должна была смениться локация, но пока что видим то, что все осталось, в принципе, так, как и было. Сейчас я еще взял 15 штучек наших кубиков. Ну и, конечно же, такой скромненький результат, ребятоньки, нас ждет в конце этого левела. Кстати, мы ни разу не брали отрицательные множители, что интересно будет с нашим кубиком. Ха, ничего себе, ну в принципе все достаточно понятно, он у нас исчез. Ну ладно, зато у нас имеется x плюс 55, очень, друзья, хорошо. Сейчас тогда победим, естественно, эту стеночку и возьмем здесь еще хорошие множители. Вот это да, смотрите, какой у нас имеется прикольный здоровяк. Но, конечно, нужно будет все это дело, друзья, потратить на наших врагов. Ну и в конечном итоге у нас имеется 46... блоков. Это, ребятки, довольно-таки неплохой результат, с учетом того, какие у нас предыдущие множители были очень и очень даже плохие. Вот это да, друзья, какие там прикольные ловушки нас ждут. Давайте сейчас тогда попробуем, конечно же, взять этот огромный множитель и пройти как-нибудь их аккуратненько. Но аккуратненько, как вы видите, ребятоньки, не получилось, и у нас вообще имеется всего лишь два блока. Да, какой-то уровень очень и очень даже жесткий, друзья. Мы практически ничего здесь не имеем. И плюс еще смотрите, сколько тут вот таких блоков, капец. Мне же их не пройти. Ну ладно, окей, друзья, попыточка номер два, минус один блок у нас имеется, второй блок тоже, и в конечном итоге у меня остается, ребятоньки, 50 блоков. Это очень и очень даже хорошо, потому что таких блоков у меня не было, и мы заработали очень и очень неплохой результат. Ну и что ж, друзья, а 14 уровень у нас будет финальный. Давайте тогда, конечно же, стараться супер хорошо его отыграть. Вот у нас сразу же имеется такой хороший блок в 49 единичек. Сейчас тогда еще прибавим здесь их и чуть-чуть отбавим благодаря тому, блин, дурацкому блоку. Окей, сейчас тогда здесь, друзья, еще плюс 15 делаем, и получается опять-таки минус 40 отдаем. Ну и в конечном итоге у нас имеется такой маленький блок в 25 единичек. Ну что же, ребятоньки, а на этом, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока!